парк города Балаково в районе бывшего кинотеатра «Октябрь». Диплом вручается директору муниципального государственного учреждения координатного устройства Сульдину Николаеву Ивановичу. Мы понимаем, что это определенный, наверное, аванс, потому что работы еще очень много надо по детскому парку сделать. И в этом году этот парк также включен вместе с жителями, включен в программу дальнейшего благоустройства. Давай. Служу городу. В номинации «Лучшая универсальная спортивная дворовая площадка» дипломом за первое место отмечена улица Комсомольская. Данная площадка приобретена на бюджетные средства, обслуживается муниципальным предприятием. Диплом вручается директору муниципального бюджетного предприятия управления дорожного хозяйства и благоустройства Мамедову Эмилию Рафаэловичу.